Белоярская, Ленинградская, Калининская и Кольская атомные станции. На этих стратегических объектах применяются и разработки чебоксарского предприятия «Каскад». Именно здесь начали выпускать модули выдвижных элементов и комплекты для оснащения выдвижных элементов. Они состоят из механического привода, различных соединителей, микровыключателей, ручек и шинодержателей. Это оборудование позволяет создавать блочно-модульные конструкции низковольтных комплектных устройств для управления энергообъектами. Это практически законченные выдвижные элементы низковольтных комплектных устройств, которые оснащены уже комплектом для связи этих модулей с внешними системами. И заказчику остается только начинить, набрать в эти модули, установить электрические аппараты и провести электрический монтаж. Таким образом, даже малые предприятия, которые хотели бы изготовить низковольтные комплектные устройства блочно-модульной конструкции, могут сегодня себе позволить изготовление этого устройства, используя вот эти модули выдвижных элементов с нашими соединителями. Мы предлагаем нашим заказчикам не отдельные комплектующие, не отдельные виды соединителей, а целые комплекты для оснащения выдвижных модулей, выдвижных элементов. Электрические соединители, шинодержатели, изоляторы. Многие из этих изделий защищены патентами. На чебоксарском предприятии изготавливают электротехнические изделия для различных отраслей промышленности. Спрос на данную продукцию постоянно растет. А после введения санкций появились возможности для выхода на новые рынки. В числе потребителей НПО «Каскад» более 250 российских и зарубежных предприятий. Основными потребителями наших изделий являются электротехнические и машиностроительные предприятия. Но продукция, в которую попадает наше изделие, она дальше идет и используется в других отраслях промышленности. Например, в системы управления и распределительные шкафы, которые выпускаются электротехническими предприятиями с использованием наших изделий, поступают на атомные электростанции, поступают на нефтяные вышки, поступают на угольные шахты. И таким образом мы обязаны выпускать изделия такими качественными, чтобы везде, где бы они ни работали, ну, нас бы только благодарили. Изготовление таких изделий по-настоящему ювелирная работа. Мельчайшие детали и корпуса производят при помощи самых современных и высокоточных станков. Цеха здесь модернизируются постоянно. В НПО «Каскад» освоили технологии по производству контактов, лазерной маркировки, электроэрозионной обработки, холодной листовой штамповки, а также высокоточной отливки комплектующих. На предприятии каждый год проводятся инспекционные аудиты. Система менеджмента качества здесь отвечает стандартам для общепромышленного, атомного, морского и военного назначения. Также по лицензиям у нас проводится инспекционный контроль, значит, где проверяется и конструирование, и изготовление продукции для АЭС. Также каждые полгода я пишу отчет в Федеральную службу по экологическому и технологическому атомному надзору, что мы собираемся конструировать, что мы изготавливаем и какие изделия второго и третьего класса безопасности по ОПБ 8897, значит, изготавливаются в нашей организации. Изготовить некачественную продукцию достаточно сложно при таком тотальном контроле. Итоги 2014 года подтвердили, что эти изменения были для нас положительными. Мы не только освоили новые виды продукции, но и модернизировали станочный парк, повысили производительность труда и качество выпускаемой продукции, а также развернули широкую масштабную рекламную выставочную деятельность. За последний год наше предприятие приняло участие в более чем 10 выставочных мероприятиях. Хочу отметить, что с каждым годом количество посетителей нашего выставочного стенда растет. В ближайшее время здесь планируют наладить выпуск новых электротехнических импортозамещающих изделий. Для этого необходимо расширить производственные площади. Их начали строить на территории индустриального парка.